Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о рынке электрической энергии, запрещающий импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Закон устанавливает запреты на продажу или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Вместе с тем Кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке на сутки вперед с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины. Также Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг получает право временно до 1 апреля 2020 года устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии, в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей. В начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Это стало возможно после того, как Верховная Рада 18 сентября приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Андрея Геруса разрешить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. 4 декабря Верховная Рада приняла решение о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Документ поддержали 274 народных депутата. И вот сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго.